какой ток у тебя? 21. Еба. Ты, получается, его специально сделал для коротких дистанций? Нет. Ну, ты же говорил, вроде тебе его хватает всего на 20 километров в день. Нет, этого не на 20. Этого раньше на 60 хватало. До того, как я мотор поменял. Мотор поменял и стало на меньше хватать. Километров на... Да. Наверное, на 45-50. А, прикольно. Ну, смотря как ездить, если полный газ ездить, это мне хватает до работы, обратно это получается 30 и еще километров 10. Ну да, где-то 40. Около 40. Куда он уделся? Что? Парень ехал на велике, на электровелике. Коллега у меня с работы. Можешь поискать, я домой не спешу. У него вело за 200 тысяч. Я заметил. Обратил внимание на работу подвеску, когда он на турнир заводил. Устреливать. Укатил уже. Умотал. Котик продаю. Беззеркальный. А что, почем? 4500. Что, умеет?
фоткать, видео снимать Full HD. Объективы сменные, но без объектива продаю. Но объективы 2000 рублей советские стоят, нормальные. Получается 4-6500 все вместе. Пожестче, спереди помягче. Ну просто у тебя скутер подпрыгнул, не втыкал, так отдало. А. Надо, короче, этот, чуть-чуть сгорбишь и сидеть. Тут налево или нет еще? Тут налево, да. Что ты делаешь? Нельзя же выезжать. У меня же нет номеров. Что, так можно что ли было? Где мотоциклисты так выезжают? Везде так мотоциклисты выезжают. А что у тебя сейчас номера было? А я хз, что-то этот. После того, как контроллер отремонтировал, какая хрень стала. Я даже не разбирал. Да, может, датчик пола сдох, если еще что-нибудь. Хз. У тебя передний тоже так же получается основную мощность от торможения дает? Ну, вообще надо передним тормозить. Но если тормоза хорошие, чувствуется, то на переднее больше усилий идет. Ну я в основном задним торможу. Передним только так помогаю притормаживать. Чтоб не улететь. Ну, когда уже задний не схватывает, это, скользит,
начинает скользить, что-то передний дожимаешь. Поворотниками все спокойно. Конечно. На английский позвонить можешь, дома сидит. Я контроллер новый заказал на 27 киловатт в пике. 27 киловатт? Да. Куда столько? Чтобы с буксами трогаться. Зачем? Ну все, приехали.